Вначале был ребенок, да. Сколько тут контов? Здесь нет контов. Сергею Симонову конты не нужны. Ой, курица. Петух. Петух. Иди сюда, петушара. Милости прошу к нашему шалашу. Да, господи. Ему уже хорошо без тебя. Да. Петух, а ты, алло. Заметил, слышь, я петуху любовь дарю, а ему почти насрать. Ему уже хорошо, видишь, он такой. Там наверху. Поехал на черепашке и даже не обнял ее, где любовь-то. Ой, кто это там? Дети кукурузы, смотри. Дети кукурузы. Блин, да это экранизация Стивена Кинга совсем. Петр Райф, а можешь на кухню унести? Да, конечно. А стоять? Куда пошел, маленький пиздюк? Это дорога для меня. Ты останешься там. Шоссе ведущее никуда. Это царь идет. Сергей Симонов. Стоп. Всем стоять, Сергей Симонов идет. Никто не подойдет. Стоп, а можно умереть в теории? Ну-ка. Блин, ну он даже не дает мне спрыгнуть. Стоп! Сергей Симонов не может иметь. Бессмертный. Ой, дети кукурузы там еще были. Я за вами сейчас приду. Прыг-скок. Доброта. Доброта и позитив. Доброта и позитив, да. Симулятор Сергея Симонова. Спокойно, держи себя в руках. Не переходите дорогу Сергея Симона, он-то не получите добра и позитива. Оп, ну-ка, кто это там? I love you. Стоять, маленький засранец. Красоты, дороги нет. Оп. Все, ты погиб не там. Я один пошел. О, корова, можно? Дети спрятались. Бля, у него реально никакие проблемы с башкой. Вот так вот дети в прятки играют, серьезно? Ничего более оригинального нельзя было придумать. Нет, те чуваки в кукурузе еще понятно. Кукурузы, все дела, початки. Блять, это серьезно? Вообще не видно тебя. Ну все, надо. Давай, обними меня, давай, иди отсюда. Даже спрятаться нормально не можешь, пойду корову потеребить. Долго до финал босса, говорят. Ого. Нормально. А чё изменилось-то с коровой, пацаны? Добро позитив не стал. Ну ничего не изменилось. Я Сергей Симон потрогал. Забыли, да? О, ну-ка, овцу можно это. Добро позитив. Ох ты, хабасе. Ну, мы поняли. Что ты делаешь, Фигас? Это у нас горный уровень, как понял, да? Он трогает овечку. И корову. Ого, нифига себе. О, ничего себе. А ты, наверное, тут должен быть тоже. Да хрен с ней, пусть им нравится. Слышь, я, между прочим, я Сергей Симонов, нет проблем этих коров. Я детей, смотри. Вообще насрать, мне детей всех вытащите. И все, и пойти дальше. Ужас, да? Там петух в крови говорит. Бля, симулятор Сергей Симонов. Начинается. Я, блин, не могу. Что начинается-то? Блин, всегда это бы скажу. Яблоки, ебать. Так, ну давай возьмем один с собой. Ну давай, я хочу взять один. А с чем мне кормить? Кого мне кормить яблоку? Кто яблоки жрёт? А, типа в корзину? Нет. Блядь, на мусоре вообще больше. Сергей Симонов, полез. Что делаешь с яблоком? А куда мне его выкинуть? В мусор. Да, а где мусор-то? Не знаю. В смысле, яблоки в мусор выкидывать? Чему игра детей учит? Жри. Я не могу жрать, здесь одна кнопка всего лишь. Уже кнопка жрать. Я с собой вытащу, короче. Я считаю, игра просто 10 из 10. Топчик просто практически. Я не могу. Там спрашивают, когда игра начнется. Она уже заканчивается. Почти кончилась, да. Это симулятор Симон и Валю. Я все конты практически пробил. Я просто не могу перестать смеяться. Это симулятор Симон. Довели бровяна. О, говно. Я моложе спидран.
Там добра всем. Динокризис. Я соврал, пишет Экзит. Изи. Все, я отдохну пока от этой жести. Симонов меня добил. Слишком хардкорно играю, иди да, бас, сидит. Дыши там. Фух, все. Душ холодный при ней. Блин. Все, пацаны, смотрите титры. Ни хрена себе, сколько людей делают. Блин. Мне весело вообще сейчас от того факта, что было преподаватель культурологии, фамилия была Симонов. Блин. Ладно. Что-то говорит, да? Он много чего говорит. Imagination и так далее. Россия наконец-то про любовь, там, получила свой сервер Pokemon Go. Что-что-что? Ладно. Это игра выпала с колеса? Нет, это секретная игра была. Чё, я бы сказал, с какого колеса она выпала, эта игра, но Роскомнадзор заблокирует Steam. Да. Пойдем покушаем. Что за волосы? Человеческие волосы. Не трогай волосы. Серьезно? Да, да. Да, да, не трогай. Я его вырвал. Вынул? Вырвал. Молодец. Херово, не трогай. Надо к фантоме приехать. Лучшая игра нашего поколения. Викингов. Викингов? Кто мой поехавший викингов? Викингов прошу. Нет, дропнули. Викингов да пройдет фантомик. Так, ну чё, ладно. Время упоротости прошло. Теперь товарищ Эпик Райфман пройдет сейчас. Соника, я надеюсь. Только мне придется все равно изумруду собирать, потому что тогда не получится дойти до финального уровня. Если я соберу хотя бы 7 суток, 7 простых изумрудов. Ты играй как ты. Как тебе удобно. Да. Папку за комп? Не, время папки будет после пиццы. Не смеялся так со вчерашней походки в стрелялке. Первая игра, которую Брайан пошел, да. Кстати, грабил шуток. На марафоне? Да. Так. Только же предвкушение следующего Майлстоуна секретного. У меня есть еще пара подобных упоротых игр, чуваки. Они вам понравятся. Я бы, вот вообще еще есть одна игра, на самом деле, которую бы я бы очень хотел, чтобы Гитман потык. Ну, по-моему, он ее уже видел. Но не Гитман, так не Гитман, короче, ладно. Че, все, пойдем? Да, пойдем. Давайте, все. Оставляем вам Эпикрайва. Сейчас мы сходим с собакой и вернемся. Так. Сильно не кричи, Эпикрайв. Сейчас. Ночи. Сейчас. Геймпад, экран. Вот этот геймпад. Да, да. Так, надо настроить тогда сначала там Сергея Симонова на нормальный этот. Так, вот да, этот, да, как да, я понял? Да, да, define. Up, down, left, right. Ну, что там? A, B, C. Start. X, Y, Z. Mode. Да, блин. Mode очень важная кнопка, блин. Да, фантомику оставили самое сладенькое. Ну что, погнали? Спасибо, Юджин, за 50 рублей. Будет, погнали, когда ребята. Будет Гитман, Юджин. Обязательно. 3, 2, 1. Старт. Все. Так, Соник. Мы можем кого-то еще подсадить, если кто-то хочет вторым игроком играть за Тейлза. Это аутизм. Ну, давай, в любом случае. Юджин, еще полтинчик. А Юджин же уже донатил? Да, 2К же донатил. А, это на прошлый стрел. Чуть-чуть, короче. Вот так. А по-моему, слушай, Юджин еще не донатил на это. Вот он. Погнали. Так, стоп. Вульсив спин, да.
Так, я помню, где тут у нас воронка. Там крейганты за Соник пошли? Да, да. О, все. Еще за 50 рублей сатанч ждал Соник на стриме. Вот. Лучший спешл стейдж начался. Я ждал Соника на стриме с примера 73. Погнали. Лучше, слушай, а ты нам донатил в этот раз? Что-то я тебя не вижу. На этой неделе. Или еще нет? Так, туда лучше сначала. Сейчас все затащим. По-моему, Юджин еще не донатил. Окей. Блин, Юджин там спит. Я вообще подумал, что он куда-то ушел на кухню полежать. Я не знаю. Он так тихо лежит. Вольф культурный человек, в отличие от меня. Он не дебоширит от одного бокала спрайта, он не пытается играть там в Соников на стриме. Он просто лежит мирно и спит. В Вольфе свою отработал и культурно отдыхает. Блять. Просрал спешл стейдж, ну ладно. Надо было это быстрее продавать. Так, ладно. Ну как ник игранщего? Эпик Райф. А? Подписывайтесь на паблик The Continue. Еще я подминю сайтик про Соника. SonicScanf.org. Всем пофиг, правда. Я тебе сейчас открою секрет на стриме. Все, что ты видишь, голосом, ссылки и прочее, не воспринимается, если нет линка в чате, поэтому можешь даже не стараться. Я знаю, потому что на самом деле, блин, даже когда записываешь название нашего сайта, его хрен воспринимает. Теперь кат-сцена. Я могу его просто не убить вообще. Epic Rife, да, именно так. Ну блин. Да, это все аллергия Торин. Погнали. Набираем. Так, мне нужен водяной щит. Во, все, можно, все можно сливаться. А, ну все, нет, 2К за Дейба это прошлый раз Юджин, так что все нормально. Он будет игра за донат, смотри, да? А? Игра за донат. Нет! Ну, попекай, выбрал машинить. На машине снизу. Блин, ну зато я... Смысл на машине? Ну, ты же можешь не это... Можешь сказать, я хочу проходить такую-то игру. Ты проходишь. Там тебя требуют. Следующее. С Брайаном гоу. Какой-нибудь враг подряд. Суперпонт надо. Ладно. Я буду вторым. Так, ладно, не будем набивать, мне это время будет. Да, Соник на самом деле не такой уж сложный Тавахаси, там гореть не с чего. Поэтому вот, о, погнали. Короче, марафон первый. Короче, все, спидран, не поднимай кольца. Ну, вот. После соли прощай, пидран. Слышь, короче. Все, я слышу. Спидран, марафон первый. Хорошо. Короче, вот за голубого пусть он играет. Он голубом сегодня. Голубой вперед. Соник 3D. Это какой Соник? Это Наклз? Это 3 Наклз. Видишь, 3D? Не, это Бонстон. Ай. Соник усиливается. Соник усиливается. Это Барри. Барри хочет... Я знаю, Барри хочет... Но он хочет, чтобы дал мне деньги. Сейчас не поймем.
Да, Илюха, не захейлил.